Сегодня в горячем ключе приступили к замене старых баков новыми евроконтейнерами. Сотрудники ЦРС работают на третьем маршруте. Всего на 35 площадках для ТБО установят 200 евроконтейнеров. По сравнению со старыми их отличает повышенная вместимость. Так, если в металлический контейнер помещалось порядка 0,7 кубометра мусора, то объем новых баков 1,1 кубометр. В день будет заменяться порядка 50 контейнеров, а работы планируется завершить до конца недели. В связи с обновлением на площадках ТБО глава города Александр Кельганкин обратился к горожанам с просьбой бережно относиться к новому имуществу.